Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я вам расскажу про масло чайного дерева для волос. Обязательно досмотрите это видео до конца. Если видео окажется полезным для вас, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Наши волосы ежедневно подвергаются негативному влиянию внешних факторов, приборов и средств для укладки, из-за чего возникают различные проблемы – сухость кожи головы, перхоть, истощение, тусклость, выпадение и так далее. Отличным недорогим средством восстановления здоровья и красоты волос является масло чайного дерева. Польза чайного дерева. Обычные шампуни и кондиционеры содержат вредные и агрессивные химические вещества, а их регулярное использование может в конечном итоге повредить локоны. Именно здесь на помощь и приходит масло чайного дерева. Рассмотрим, чем полезно это средство для волос. В нем не содержится никаких химических веществ. Масло очень полезно в борьбе с бактериями, грибками и вирусами, поэтому оно рекомендуется для мытья головы с целью профилактики перхоти. Масло помогает прочистить поры, которые могут быть заблокированы из-за регулярного использования шампуней и других средств для волос, содержащих наполнители и полимеры. Помогает избавиться от отмерших клеток кожи, чем способствует росту волос. Это замечательное масло работает для освежения жирных волос, помогает от вшей. Что следует знать о применении масла? Наносить маски с добавлением чайного масла надо на вымытые, слегка влажные волосы, только в таком случае масло хорошо впитается в пряди. После нанесения маски с маслом голову желательно укрепить шапочкой и полотенцем. Строго соблюдайте время применения маски. Частота применения маски не должна составлять более одного раза в неделю. Выделить противопоказания, связанные с этим маслом, практически нельзя, но перед его применением в чистом виде или в разбавленном виде необходимо провести тест на индивидуальную непереносимость. Нанесите масло на участок кожи и подождите 20 минут. Если раздражений нет, тогда масляный экстракт вам подходит. Не забывайте о регулярности использования. Будь то раствор или капли масла в шампуне или маске, их нужно делать систематически. После одного применения глобального эффекта вы не увидите. Причин выпадения и медленного роста волос огромное множество. Это и каждодневный стресс, и хроническая усталость, и прием абсолютно любых лекарственных препаратов. Использование фенов и утюжков также влияет на наши волосы. Из-за всего этого они страдают, становятся ломкими, выпадают и перестают расти. Как ускорить их рост, восстановить и в конце концов похвастаться длинными и густыми волосами и сделать это максимально просто и быстро? Читайте в интересной статье. Ссылка на нее находится в описании под этим видео. Маска для укрепления и против выпадения волос. Необходимые компоненты. Крутой кипяток. Хна – 1 пакетик, эфирное масло чайного дерева – 2 капли. Пакетик хны высыпать в керамическое блюдце и развести кипятком до получения массы, напоминающей сметану. Далее добавить эфирное масло. Теплый состав распределить на волосы, уделяя внимание корневой части. Надеть полиэтиленовый пакет и намотать толстое полотенце. В таком виде держать маску час, после чего вымыть голову шампунем и ополоснуть волосы под кисленой водой с добавлением сока лимона или уксуса. Маска для сухих волос. Нам понадобится нежирный кефир – половина стакана, эфирное масло чайного дерева – 2 капли. Кефир слегка подогреть, поставить на водяную баню, далее снять с бани, в кефир ввести эфирное масло. Готовую массу наложить на всю длину волос и подержать 15-30 минут под теплым колпаком, пленка или полотенце, затем маску смыть теплой водой. Фруктовая маска для всех типов волос для питания и укрепления. Нам понадобится спелая мякоть авокадо – 1 плод, мед цветочный, натуральный – 2 столовые ложки, эфирное масло чайного дерева – 3-4 капли. Все соединить до получения однородной густой консистенции, которую наложить на всю длину прядей, уделив внимание коже головы и корням. Сверху соорудить укрепляющий колпак из полиэтилена и полотенца. Смывать шампунем и водой. Маска для сухих волос против перхоти. Для ее приготовления необходимо взять натуральный йогурт домашний – 1 стакан, масло жожоба или оливковое – 1 столовая ложка, масло чайного дерева – 7 капель. Все компоненты смешать, полученную массу нанести на корни прядей и кожу головы. Остатки распределить на всю длину волос. Смывать через 20 минут. В этот состав по желанию можно включить пивных дрожжей – 1 чайную ложку. Питательная маска. Возьмите чайную ложку репейного масла, 1 желток, 7 капель масла чайного дерева.
Все ингредиенты нужно обязательно перемешать до однородного состояния и втереть подушечками пальцев в корни волос. Затем от корней по всей длине можно распределить получившуюся массу расческой либо гребешком. Голову нужно утеплить на 40 минут. Маску смыть с волос с помощью шампуня. Если видео было полезным для вас, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте читать комментарии под видео.